4 июня в Большом зале Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина состоялся отчетный концерт трех коллективов. В нем приняли участие шоу-группа «Штиль», школа эстрадной музыки «Интрада» и молодежная площадка «Театральный чердак». Наш коллектив ручается за то, чтобы оформить данное мероприятие со стороны творчества и такого актерского мастерства. Танцевать и играть лицами, и добавлять красок и эмоций данному представлению. Данное выступление готовилось непосредственно, непрерывно с работой на сцене, с музыкантами, с театральным чердаком, с которым мы очень любим работать на протяжении последних 2 месяцев. Сами же песни мы раскладывали по голосам, репетировали и пели на протяжении полугода же. Полгода, да. У ребят получилось создать грандиозное драйвовое шоу, где прозвучали мировые хиты с яркими интересными номерами и светоэффектами. Мария Ревека, Андрей Ковылов, Ярослав Акинцев. День города.